нами изготовлено уже больше 50 комплектов разборных дисков с внутренним бедлоком для автомобилей Унимог и машин с мостами Унимог. И все они ездят вот на шпильках М12 диаметр шпильки. Специально для автомобилей полной массой 10 тонн и более. Этот узел мы усилили, шпильки установили теперь 18-е. М18, что более чем в 2 раза, значит, повысило прочность этого узла. Комплект колес на разборных дисках с внутренним бедлоком для автомобиля Унимог. Резина — это уже почти классикой наше импортозамещение. ИДП-284, Урал, лаптежник. Маркировка у него 1200, диаметр на 500. Реально она чуть поменьше, чем 1200, наверное, 1150. Вот, но все равно вполне такой размер, который хорошо подходит, можно довольно легко поставить на большинство моделей Унимог. Эта резина сейчас конкретно в своем как первозданном виде, то есть 16 слоев, недоработанный стандартный протектор. Но также она может быть поставлена и в облегченном варианте для более легких автомобилей и с доработанным протектором. Автомобиль У5000, это довольно крупный грузовик, полная масса у него более 10 тонн. И специально для таких автомобилей нами разработано усиленный вариант разборного диска с бедлоком. Ну, конструкция разборного диска уже, наверное, довольно хорошо всем известна. Он состоит из, собственно, диска, внешнего кольца и распорного кольца, которая, собственно, обеспечивает прижим за краем шины покрышки. Так что при низком давлении колесо не могло никаким образом слететь с обода, а продолжало, в общем, быть в рабочем состоянии. Снижать давление в шинах, что серьезно повышает проходимость автомобиля. В данном случае мы усилили вот, шпильки в первую очередь. Сейчас вместо М12 шпильки